Бегу на Филлипсе и вижу видео, где он говорит в интервью, типа, он кричал как сучка или что. Ну вот, вот это слово. Ты понял? Мы золотым, я тебе так скажу. Не-не-не, ну ты скажи, да. Не, было ведь? Че, нет, ты скажи, я тебе говорю, ты при чем вообще тут? Мы и золотым, мы просто решили. Ты за это не извинился, такие слова не прощаются. Что ты тут раскачиваешь за прошлое, тут не надо. Никто просто не раскачивает, ты не в том положении, чтобы с тобой качать. Я не качаю, я тебе говорю. Но я же тебе подошел сегодня, я на тебя ни руку не поднял, грубого не сказал. Мы с тобой отобьемся, просто поговорим, сядем. Да, все. А у вас есть интерес подраться с кем? Прям что на первом бою подраться с Искандером? Очень, да, очень. Да? Да. Перейдем к Харуну Базиеву. Во-первых, секунду, я не считаю его чемпионом. Почему? Кто у него были, никого не хочу обидеть, кто у него были из достойных бойцов? Были, да, бойцы, кто все, кто там бьются, они сильные, мужественные, духовитые. А Золотой? Зала не слушайте, просто... Момент, все. Сняли, и этого сразу унесли вот так вот. Если бы бой продолжился, я работал с Золотым, видел его бои, Тим бы его просто переехал. Да? Все. В итоге итог. Это кольцо, после боя, если тебя выиграть шло, оно расплавится, им же тебе рот мы заопаяем. Да, посмотрим. И будешь у нас в команде с тобой работать поваром. Я всех накормлю, кого надо. Мурат, слушай, в предыдущих боях я никогда не видел тебя такого жесткого трэш-тока. Ты всегда высказывал себя аккуратно. С чем это связано? Такой трэш-ток с твоей стороны я вижу первый знаете, раз. Знаете, что понял? У тебя весогонка или что? Не, все четко, я хорошо чувствую. Я даже чуть-чуть переборщил с весом, больше скинул. Чувствую себя вообще отлично, все хорошо, хамдуля, все супер. Просто, когда мне говорили там, все супер, за слабость бы, принимают... 72 в итоге. Мы в итоге решили на 74. За слабость принимают, да. Буду я в это не верил, я как считал. Я не обижаю, меня не трогают, меня не оскорбляют. Но когда на самом деле себя преподносишь как мягкого человека, всякий шушер тебя будет кусать. Я решил быть просто чуть-чуть погрубее. Все. Шушер, я это не тебе говорю, я говорю в общем. Если что-то хочу сказать, я скажу тебе в лицо, там, чтобы ты это на себя не воспринимал. Вот и все. Здорово, заебал. Подпишись на канал. Пиши коммент. За самое интересное в следующем видео 100 скину. Спасибо, что смотришь.